Друзья, сегодняшняя тема видеоролика будет о том, когда каждый родитель задается таким вопросом, чем ваш ребенок занимается, где он находится, чем интересуется. Данное программное обеспечение поможет вам с этими вопросами разобраться, и вы будете намного спокойнее, чем вы были до этого. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Давайте знакомиться с KidsGuard Pro для iOS. Это расширенное приложение для мониторинга iPhone, для мониторинга ваших детей. Более 20 функций для мониторинга iOS, SMS, звонки, WhatsApp и так далее. Не требует jailbreak, и он на 100% безопасен в использовании. Простая установка, запуск всего за 5 минут. Даже удаленные файлы можно проверять и отслеживать. Синхронизируйте данные по Wi-Fi каждый раз без подключения USB. Просматривайте данные Cloud, цели без устройства и цели. Все доступно для устройств, начиная с iOS 9 по iOS 14 и текущие по iOS 15.6.1. Вот предварительные функции мониторинга, мессенджеры все, которые видите, фотографии, браузер Safari, история поиска, карты, звонки, календари, iMessage, контакты, диктофон и так далее. То есть все вот здесь демонстрируется. Переходите по ссылочке и скачивайте данное программное обеспечение. Вот данное руководство по установке программного обеспечения. Можно посмотреть как видеоурок, так и идет полная инструкция того, как это используется. То есть, как можете посмотреть все данные, ваше устройство подключено и так далее. То есть, по ссылочке перейдете, сами ознакомитесь, ничего сложного здесь нет. После того, как вы подключили ваше устройство, дали разрешение, ввели код, пароль экрана блокировки. Сейчас мы читаем то, что дает нам не jailbreak. Мы просто в несколько кликов даем доступ к нашему устройству и получаем данные. Естественно, нам нужно нажать далее. Есть два варианта. Это через iTunes, либо же через iCloud. Делаем полный бэкап, и все эти данные будут у нас на ПК. То есть мы можем их просматривать. То есть опять же даем разрешение на сканирование. После того, как мы отметили галочку «Да», все, идет сканирование. Пройдет 100%, и вы можете уже использовать, полностью посмотреть все ваши данные, которые будут на ПК. Как можете видеть, сейчас у нас есть все те подпункты, вот, которые сообщения, контакты, фото, видео и так далее, браузер Safari, заметки, папки удаленные, то есть какие-то данные, которые были на устройстве, голосовые и остальные мессенджеры, которые, конечно же, будут доступны на самом устройстве. Здесь все будет отображаться, никаких нареканий, в принципе, здесь нет. Вы это все можете экспортировать в нижнем правом углу, кнопка для экспорта, и это все будет у вас на ПК, чтобы вы могли удобно использовать эти данные. Как сами видели, все в принципе просто работает, все вопросы сразу же отпадают. Действительно, устанавливайте программу на телефон или на ноутбук, просто заводите все под учетную запись, ставите это на телефон или планшет, подтверждаете, заводите под ту же электронную почту. И все, вы даете доступ, вы сможете видеть и переписки, и сообщения, и контакты, и чем ребенок увлекается в браузере, какую информацию черпает, и все остальное, что в принципе я вам демонстрировал. Поэтому ныряйте в описании под видео, есть ссылочка, точно так же в закрепленном комментарии. Скачивайте, используйте приложение, и вы будете намного спокойнее, чем были до этого. Подписка на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше, скоро увидимся. Use my penis as my third.